стали искать. Меня заскамили. Конченый, блядь. Ни связи в этом городе, нихуя нету вечно, блядь. Я знаю, что лагает. Блядков. Айфон говна ебаного. Не покупайте айфоны, хуйта полная. Перегревается, ужасно работает, конич, короче. Покупайте нормальный Xiaomi за свои, за топ за свои деньги. 1579 рублей. Хуйня айфон мини. 12 мини. Чисто только работать, если 20 градусов на улице. Если мини, если больше, то все, можно на помойку выкидывать. А, да, на этом видосе 9,3 миллиона просмотров. Это ТикТок, который у меня самый популярный. Он до сих пор в тренде, хотя видос был снят в феврале 22 года. А куда мы едем? Там годовщина Майнкрафта была, поэтому и давали значки. Такой значок уже не получишь. Я вообще ни одного значка не получал. Я хз, где вы их там берете, когда вы стримеров смотрите. А, ну да, я-то когда буду смотреть, я в основном там стримлю. Thank you.
вообще-то стоит там. Вот это будет. Скорее всего. Двенадцать мини. Боже, как жарко. О. Так, завтра я выходной, кстати. Макс, понятное дело. Плюс ты их не стримишь. Конечно, он тебя греться не будет, брат. Блин, там такой аппарат классный едет. А? Ля. Так что давай, бросай. Кайф. В руки тебя возьми. Петь умеет. Я, допустим, не умею петь. Не знаю. Красивую песню. Колесо, брат. Поет охуенно. Если бы я так петь умел бы, я бы тоже пел бы, в принципе. Но я петь не умею, к сожалению. Я, к сожалению, петь не умею, поэтому мой рот на замке. Увы.
трансляция идет. Здорово, да, брат? Здорово. Всем привет. Только пальцы не видят. Так, плюс чат, кто его знает. Угораю сейчас этого челика. Вот запретку не стрельнул, то спасибо. Опять, да. Не, он на обычном, по-моему. Это не электро у него. Кстати, у них не работает Bluetooth. Ой. Бля, сейчас сдохну. Как же жарко. Такие выблюдки не могут уже месяц Bluetooth сделать. Здравствуйте, подскажите, 6387. Код 61. Сумки, это таксопарки, сумки таксопарков. Спасибо, очки, хорошего дня. Да, таксопарки за деньги продают их. Я не рекомендую таксопарки устраивать, это полная херня. Ладно, потом подключим. Ну, опять этот дом дурацкий. Поехали, ладно. Не люблю этот адрес. Кимба сразу заказы готовят быстро на Пушкинской. Но только на Пушкинской, в остальном месте это не очень, конечно. Тут очень долго. Вижу. Не, ну спереди амортизируют, сзади подвески нет. Я предлагаю сейчас искупаться в этой поливайке. Поливайку найти и в нее нырнуть просто. Потому что невозможно, жарко прям. Ой. Какой-то стопор долгий, ужас.
KFC нет, KFC дольше, чем вкусная точка. Вкусная точка побыстрее. Да, сегодня неплохо. Так, поливалку надо найти, которая поближе. Ну, пацан спортивный, да. Ну, он спортивно выглядит, ему не так тяжело, как мне. Если я пешком пойду, я развалюсь на 5 заказах. Меня надолго не хватит. Так, поливайка. Тут далеко сильно стало теперь. Ее переставили, да? Туда не пролезть под нее, зараза. Я хотел искупаться. Сейчас подойду другую, посмотрим, как она будет. А вон, не? Нет, даже далеко стоит. А вон та. Та тоже далеко стоит. Ну, все поливалки далеко. Тут интернета еще нет, да? Нет, это неудобно прыгать. Ладно. Поехали. На неделю хватило? Ну, пешим это же вообще пиздец. Это смерть. Пешим работать. Никому не рекомендую. Роликов нету. На роликах заказы разъебешь. У меня знакомый работал на роликах года 3 назад, но это тяжело очень. А что у нас для роликов очень конченая дорога и тротуары. Просто разъебешься, понимаешь? Так что не вариант. Колесе я видел, да. Нормально. Нормальная рифма. Не думал. Микрофон конченый, не поможет. Я уже пробовал. Там и так шумодав встроенный стоит. Тут неудобно объезжать. Мразь, в лаз что-то попало, сука. Какой же город иногда грязный, пыльный. Бедные глаза. А, мои глаза. Что не мне, в смысле? Мне не жарко, не. Да как, нормально. Если бы дороги не были уебищные, вообще было бы шикарно работать. Понакопают, блядь, свои труб ебаных. Весь город перекопали, хуй пойми зачем. Каждый год копают, блядь. Бедные дороги разъебывают только.
копают и копают, блядь, и копают и копают. Что можно? Портить наши дороги, водоканал. Сделайте им эти трубы ебаные уже. Один раз. На Авито? Ну да. Опять Влад что-то попало. Сука. Не, ну чувствую я себя плюс-минус нормально, это правда. За счет веса маленького, 44 килограмма, я практически не потею. Потею, конечно, но если на месте стоять или пешком ходить. А я-то еду, меня обдувает. У нас тоже каждое лето перекапывают. Молодцы, что трассуат делают, а водоканал, блядь, портит дороги эти. У нас, кстати, нет горячей уже 2 недели, заебали. Раскопали нахуй, что пойми куда, блядь. Ни воды, ни хуя. Вот этим домам ебаным новым делают водопровод, блядь. Трубы вечно копают, заебали. Тут водоканал, блядь. Но сделать его уже раз нормально, и пусть будет. И все. Вот такой. Вот о такой я мечтаю. Мы, кстати, сюда заказ везем, в эту залупу. Именно залупа в плане строят как дерьмо собачье. Какие-то, блядь, эти... Скворечники. Скворечники строят, хуй пойми как. Два ляма? Ну, недорого, кстати. Ну, блядь, эти два ляма все равно никогда не отложу. Поэтому у меня такой машины не будет. А не будет, потому что не рекламирую скам. Если стану как все, продам аудиторию, тогда куплю. Ну не, лучше я буду на автобусе ездить, но с чистой совестью. Так что мне такая не светит, к сожалению. Бля, не успею перейти. Еще минуту тут стоять. Да, к сожалению. Каждый? Но я не каждый, брат. Фу. Он про машину, он не про квартиру, брат. Два ляма, это мини-купер. Каждый не каждый, мне уже букмекерка писала по поводу рекламы. Я отказал. Ну, я просто не ответил им. Поэтому я не каждый. Не надо меня под каждого. Я не ответил им. Я просто игнорирую такие сообщения. И слава богу, что не будет, нахуй мне нужен такой шанс. Я еще пока в здравом уме и продавать, скамить людей, потом с этим спать. Я никогда на это не пойду. Нахер оно мне надо. Лучше я буду свои там 50-100 тысяч заставки зарабатывать, чем скамить людей. Поверьте, это многого стоит. Чистая совесть многого стоит. Да какая разница, какая цена, нахуй оно мне надо. Даже если бы они мне много предложили, нахуй оно мне надо. Мне похуй на это, я никогда в жизни не приму скам. Да, конде есть. Я вчера наконец-таки воспользовался. У нас не влажно вроде. Да, тихо, как удивительно, машины не едут. Тут они пока поднимутся.
Да нахуй мне эти футболки букмекера. Ну я что, конченый совсем, что ли? Я, слава богу, еще не опустился до этого уровня. Я с честным своим трудом заработаю в доставке. Даже если это будет стоить мне потом и кровью, как говорится. Зато я буду спать спокойно и знать, что мои зрители на моем канале не были заскамлены или у них там не проебали свою жизнь, понимаешь? У меня совесть, слава богу, еще есть. Вот как только, ну, я не знаю, надеюсь, что в здравом уме и в чистом рассудке я не доживу до того дня, когда у меня не будет совести в этой жизни. Привет, братан. Сейчас интернет упадет, что не будет стрима. А, это второй подъезд. Она не агрессивная, просто я повторюсь еще раз. У меня есть совесть, а совесть мне не позволит скамить даже тебя, если ты, допустим, и школьник, или пишешь мне гадости, даже тебя не буду скамить. Элементарно, потому что мне потом с этим жить. А зачем мне с этим жить, если я могу без этого жить спокойно? Донаты добавлял только на игры. Это не надо сравнивать. Игры. Здравствуйте. Подойди сюда. Донаты я включаю только на играх. Привет. И то я не люблю донаты, просто потому что я не вижу в них смысла. Я сам зарабатываю, могу себе все позволить. Донаты включаю по приколу, если вы, там, допустим, можете как-то поиграть на повлиять на игровой процесс. Поэтому как бы... О, вкусвил гипер, слава богу, опять нормальный заказ упал. У меня ничего нету, я стримлю для души. 1846 рублей. Вот, пацаны, зачем мне донаты? Я заработал денег. 1846 рублей. Да, мне бы мог назначить один человек такую сумму, я бы мог быть счастливым с деньгами зрителей. Но, слава богу, у меня есть две руки, две ножки и прекрасная работа. В Яндексе я уже 6-й год. И я могу сам на все заработать, ни от кого не прося, не требуя, не включая донаты и все остальное. Поэтому вы можете наслаждаться стримами, зная, что тут не будет скама, тут не будет донатов. Вам и мне от вас ничего не надо абсолютно. Можете просто наслаждаться и общаться. И причем я еще каждому отвечаю на стриме. Ну и голова есть. Ну непонятно какая, но есть, да. И по поводу рефералки скажете. Да, у тебя рефералка, ты конченый. Типа у тебя реклама. Во-первых, это не реклама. Во-вторых, рефералка это когда зритель получает деньги, мой реферал, и я получаю. Мы оба получаем. Мы оба коллеги-слоны, понимаешь? Завтра будет интернет, уже проведут. Кто-кто? Друзья. Ревка и Казик. Нет, такого не будет. Thank you.
даже 25 километров в час нету. Я подумывал, нет, такого не было. Максимум, о чем я мог думать, это просто о какой-то рекламе. Типа, вот, у меня когда-нибудь будет реклама. Потом я повзрослел и понял, что нахуй мне реклама какая-то, если я сам зарабатываю деньги. Баннер? Что баннер? А я что, ничего не вывел разве? Что? Какой баннер? Ну, что баннер? Просто я повзрослел и осознал, что... Так это не реклама. Это же не реклама от Яндекса, это моя ревка. Это разные вещи, ты не путай рекламу полноценную, когда тебе фиксу платят, допустим, или за баннер платят, и все за это. Ну ты помнишь, а я не помню. Ну может и было, ну... Опять же, если 2 года назад я мог подумать о казике, да что-то не верится в это особо. Я бы такое запомнил, брат. Почему я не помню такого тогда? Это странно. Блин, только вдумайтесь, мы, курьеры, на человеческой лени зарабатываем больше, чем учителя. Порой даже, наверное, МЧСники, полицейские, медврачи какие-нибудь. Просто на человеческой лени мы можем получать больше. Вы только вдумайтесь, больше, чем человек, который учит детей. Когда я не матерился, но это я тоже помню, да. Это я помню тоже. Да, такой, слава богу, не было. Ой. Сколько часов в день? Да по-разному. Для души работаю. 1,2 я не беру никогда. 1,7, 1,6, 2,0 беру. Сегодня в пол 11 вышел. А, подожди. Почти в 11 вышел. Согласен. Не застрахованы. Согласен. Справедливости в этой жизни нет, по факту. Поэтому все друг друга поголовно скамят и обманывают. Это правда. Это правда. Ну а что делать, жизнь такая. Просто не опускаться до уровня, до этого, и все, все шикарно будет. Все там скрыть не упал еще. 0,3 не встану. Привет. Сегодня с 11 примерно часов дня. С 11, короче, где-то примерно. Не мы такие, жизнь такая, да, точно. О. Пиздец. Какая жара. Здравствуй, братик, здравствуй. Хорошего дня тебе. Ты видел эти песок? Куда? Телеги. Телеги? Да, я тебе там вопрос задавал. Ё-моё. Как тебя найти, напомни. На. Просто я что-то не помню. Ну, может, ты писал. Но я что-то, может, могу не помнить. Ну, смотри, давай сейчас так сделаем. Сейчас ревка, во-первых, большая. В теории должны 35 тысяч за тебя дать мне. За 100 заказов. Может, ты все-таки подумаешь к нам, попробуешь? Я попробую. И пополам попилим. Ну окей, напиши. Ну, если сейчас, пятихатка в час. 400 под 600, от 400 до 600 в час. По... Нет, ну это я в среднем получаю, именно по заказам, по километражу. А видишь, где ты был?
Я покупал за все тысячи. Это мой брат. Так что, если что, пиши мне, да. Если надо больше инфы будет, тоже пиши, я что-то подскажу. Я не знаю, почему тебе не ответил. Наверное, у меня в тот момент, может, я... Ну, да, мог, может, что-то отвлечься и забыть ответить. Ты не обессудь. Просто если что, дублирую, окей? Все, хорошего дня, брат. Спрошу брата. Привет, брат. О, как жарко, боже. А как тут хорошо. О. Как у вас хорошо. Я не сказал, да, если посиди. Кто посторонний на танке? Построились, блядь. Ой, все, брат, от души. Да. Хорошего дня. Мафии? Не знаю. Кусвилл – это имба. Ой. Ой. Вообще, солнце так не пекло. Мне платят нормально, кстати, здесь. Босс орёт. Не-не, в Кусвилле можно тоже хорошо зарабатывать на машине или на электровело. Там, где ты въебываешь, везде будешь получать хорошо. Главное въебывать. А когда ты много работаешь, ты в любом случае, даже в общепите получишь много. Но лучше, конечно, в доставках работать. Они? Курьеры нормально? А которые следят, скорее всего, 1030 получают, 40, не больше. Я? Да, завтра выходной. Да я по чуть-чуть работаю, конечно, отдыхаю. Я вообще дурака валяю в основном в последнее время. В июне всего 66 тысяч заработал, это вообще копейки. А работал там от силы 15 дней. Где почтовая, да, там нет смысла въебывать по факту. Неадекватно, сейчас сниму. Какие донаты? У меня донатов нету. Один хоть баннер, найди донатов. Ты шо, дядя? Здорово, брат. А сколько в день ты работаешь по часам? Не знаю, брат, надо в ТГ смотреть. Чекни в ТГ лучше. Так я в игры играю, дурака валяю, да? Сейчас я выключу мат. Ой, включу, то есть. Сейчас. Брат подумал, что я, наверное, с ним говорю. Сейчас отключу. Сумка вкусвил. Пошел сгореть на изи. Вы думаете, что мы так одеты? Солнце ж ебейшее. Так, без фильтра. Сохранить. Все, можно материться. Пожалуйста. Но у меня нет белой рубашки, нету, к сожалению. Чтобы вы понимали, мне даже вы говорите, типа, все вы, ну, типа, как-то, как вы говорили? А, ладно, не помню. Короче, вообще, на самом деле, в курьерке, на удивление, в последнее время
очень много платят, просто потому что у курьеров большая нехватка. Никто не хочет работать. В том же Ростове вообще никто работать не хочет. Километров на 65 километров. Сейчас большая нехватка курьеров. Никто вообще не хочет работать. Поэтому репки такие большие. По совсем лень. Все обленились в край. Понимаете? Куда делись? Работать не хотят. Да, можно. Ты описание хоть прочитай для приличия. Братик, ну там же все есть. Там есть ссылочка, калькулятор ЗП и Ревки. У меня два аккумулятора. В Москве их много, да. Ну это кажется, что много курьеров. Куда ни посмотри. Прикол в том, что их все равно мало. Поверьте. У нас в Ростове бы не давали бы 2-0 кэфы каждую неделю, если бы курьеров хватало, понимаете? А их не хватает. Да, братик, в описании калькулятор есть. Почекай калькулятор. Если тебя ревка, которую мы пополам попили, устраивает, регайся. Если тебя устраивает зарплата, которая в калькуляторе, регайся. Только если захочешь, не навязываю. Все по обоюдному желанию, братанчик. О, и треснул мир напополам. Помните, это же из ночного дозора машина. В Москве? Ого, такие маленькие. Да, и не факт, что там твой город будет, кстати, да-да-да. 1-1 КФ? В Латвии? Ну, в Латвии там по-другому же у вас статистика. У нас же... Это 1-1 за что? За заказ общей сложности? Или за плановые у вас тоже КФ дают? Так, давай пропустим тачку. А, по зонам дают? Я понял. За 6 часов, имба. Сочи это реально, да. Ебать, а что происходит? Там что, копают, что ли? Обалдеть. А давайте к нам лучше. Не хотите к нам? По рефералке. Посмотрите, ладно. Я? Ну, под 400 в час. В день, ну, если в хороший, ну... 6-7. Не ходите к нам? Если паспорт, все дела есть, давайте к нам. Не, серьезно. Ну, под 400, под 500 в час. На велике, конечно. На велике? Ну, да. Нам граждан России. А, у вас гражданство. Ну, можно. Гражданство России у нас. А, ну, тем более. Федерация России. Да. Тем более к нам. Как что думаете? На уме диктуры. А? На уме записывают. А, WhatsApp есть же? Да, есть, да. Или Telegram? Все есть. О, ништяк. Сейчас. Тогда это я напишу. Сейчас, на сайт напишу, как если надумаете. Дафа. Так, создать контакт. Сейчас, секунду. Как? Дафа. Угу. Сейчас. Я сразу напишу WhatsApp. Я написал, вот, привет, Ваня, ну это я. Как надумаете, что там это, я тогда все расскажу, подскажу, добро? Все, прекрасного дня, хорошего настроения. Ну а что? А что нет? И пацанам денег дам, еще и средки дам. Бля,
Кто им еще предложит такую работу охуенно? Чего они, блядь, в яме копают? Будут кайфовать, кататься. Ну что, и не по факту, а все мужики страдают. Нам тем более курьеры нужны. Надо им копать, пусть к нам идут. Копатель онлайн хуйня. Да не зарабатывает он больше меня. Да зачем землю копать? Пусть к нам идут. Не, я домой заезжаю, меняю. Не хватает Нади, нет. Да не буду я удивляться, пусть к нам идут работать, что они мучаются. Это да, это то самое место. О, девочка, курьерочка. Эх, сейчас бы курьерочку. В смысле, так мы дохуя и зарабатываем. Вон девчонка на велике зарабатывает. Эх, сейчас бы курьерочку. Я бы её... Чё она на велике катается? Я бы её на бэброчке прокатил бы. Ладно, минус. Ой, минус. Осуждаю себя. Минус Аня. Да пусть курьерами работают, кто запрещает. Самая большая бэбра — это про меня. Минус. Минус реп. Ну а что, они по моей репке поработают, я им еще и бонус дам им. Пацанам приятно будет. Им еще кто-нибудь предложил бы, думаете, вот так мимо ехал какой-то пацан. Просто это как ангел-хранитель пришел и сказал: пацаны, хватит ямы копать, давайте кататься и получать деньги просто, что вы катаетесь, нихуя не делаете вас. По сравнению с копанием ямы, у меня работа, я ничего не делаю, по сути, парни. И все сумками Яндекса, да по факту. По факту. Я... О, дядюшка Оушен. Спасибо. Спасибо, дядюшка Оушен. Спасибо за рейд. Поэтому, а что, пацаны по моей ветке устроятся, которых я встретил? Я по 35 тысяч им... Мне 35 тысяч за них в Ростове должно капать. Примерно 35 тысяч, если капнет. Эти двое мужиков за 100 заказов в Ростове... Хотя бы по 150 рублей, это 15 тысяч за неделю. Плюс я им даю половину ревки. 37 делим на 2. 18500 моя ревка им плюсом. Плюс 15 за заказы. Они 40 тысяч, под 40 могут... Это не за автокурьера. Это за всех курьеров, именно в Ростове. Должно, по идее, давать 35 тысяч. Или 37. Поэтому я говорю, что курьерам сейчас охуенно устраивается. Вот кто-то... Кто-то регается по моей ревке, допустим, челик. Он делает 100 заказов, он за заказы бабки получает. Я ему еще половину ревки даю. Ебать. Найдите таких... Найдите вот так просто куда-то устроиться вот так, чтобы вам еще денег за это дали. Хуй там кто даст, понимаешь? А Яшка... У Яшка богатая. Деньги направо-налево. Почему не пользоваться? Почему не устраивается, когда деньги дает тебе Яндекс? Конечно, надо работать. У тебя, правда, связи не будет. Конечно, надо работать. Зарабатывать деньги, понимаешь? Не, у меня голосовой обрат. $25,000 за авто и $21,000 за пешего, да. Ну, я в теории могу 37 получить, но это новая ревка, не факт, что она сработает. Просто не факт, что она сработает. 25 за авто...
Алло. 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 Кому 55? WW? Серьезно? Братан, имба, WW. Не, ну Азамат хороший мужик, кстати. С деньгами шикарно все. Деньги есть, ума не надо. Ну, в курьерке. Вот, пожалуйста, тоже все курьеры. Порш, Гелик, Гелик. А вы думаете, хорошо, богатый город. Бентли, вот Бентли, пожалуйста. Курьерами работают люди. Я говорю, устраивайтесь по курьерке. В Ростове тем более. Все на Бентли ездят. Не, не мой пока что. Сейчас месяц поработаю в Яндекс.Еде и будет мой. Не ругайся, брат. Отдых очень много, работы очень мало. Бентли мой, да. Надо уволиться в том городе, в котором ты устроился, а потом устроиться в новом городе. Да, тогда будет так можно. Только так. Просрочечка есть какая-нибудь сегодня? О, что бы скушать, что бы скушать. Это что у нас? Наполеончик. Это что? Блин, что бы съесть? Это дорого. Ну, зато как красиво. А что это? Тот меню. Да, 36 нормально. Терпимо. Это не просрочка, я образно, это оценка. Что попить бы взять? Что ж попить взять? А там еще вкус ее есть. Поехали там. А в другом вкус ее возьмем попить. Поехали. Я придумал. Ладно, я лучше тут А можно пробить? Что-то я уже старый, уже разучился пользоваться этими. Как они? Компьютерами этими. Там же как оно написано, это ж по скидочке, да? Да. Все четко, карточкой. Есть, да, 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 супер. Да, да, картой. Все, спасибо, прекрасного дня. О, да. А чем я есть буду? Тут ложки нет. Придурок. Возьму в Бургеркинге ложку. Правда, придурок. Нормально, Бургеркинге есть. А, есть в этом. В кексике есть. Можно в кексе напротив взять. Наполеон купил. Какую причину, какое следствие? А, ладно. Пальцами есть. Верхняя она неудобная. Я фастфуд не люблю. Вообще фастфуд не люблю. Не мое. Какой Наполеон? Не Наполеон. Наполеон. Я 2000 уже за сегодня заработал. Откуда 2000 взялось?
Какой 100? Какой 100? Где ты 100 увидел? Ну а за один месяц я 100 поднял. Чё ты начинаешь? Какой 100? Где ты 100 видел в среднем, братан? Ну нет таких цифр. Ну нету таких цифр. Какой в среднем? Нет. В среднем нету такого. В среднем такого нету. Меньше, конечно. В смысле не пойдешь? Ты можешь больше зарабатывать, я просто ленивый. Я ленивый, я мало зарабатываю, бывает, потому что мне просто лень. Понимаешь? Не потому, что нельзя больше заработать. Не. Это пластмассовая была. Почему металлическая? Я не спиздил, я взял. Вот это одноразовая. Меня не посадят за это. Наверное. Они за мной сначала. Стабильность есть, неправда. Да зарабатываем, зарабатываем, ладно. В среднем голубцы едят, да, точно. Так, пока мультизаказ, поехали еще похаваем что-нибудь в другом вкусвилле. Ой, как жарко. Сейчас сдохну. GTA 5 RP. Так, а что мне надо? Мне водичку надо какую-нибудь взять. Водичка облиться, да, было бы неплохо. А, тут, наверное, это не будет, да? Будьте пока тут. Где-нибудь. Сейчас приду. Воды возьму.
Я забыл, где эти телефон оставил. Алло, алло, алло. Спасибо, спасибо. Очень вкусно, правда. Звук, 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 звук. Вылет за 60 тысяч. Офигенно Наполеон. Спасибо. Спасибо. Офигенная тема. С магнием. Напиток магниевый. Картошку с яйцом. Давай, давай, тебе тоже приятного аппетита. Когда новая ревка? Никогда уже. Моя чисто одна и та же ревка. А, она была. Там уже все. Закончили
почему на хомяков не оставил? Потому что у меня там 2,5 миллиона в час. Мне уже нет смысла кого-то приглашать. Спасибо. Ревка уже закончилась. Старая, как, новая, которая была. Теперь только моя стандартная. Спасибо. Да, с заказом, с твоего. Правда. Ничего не думаю. Если дадут 100 рублей, спасибо за 100 рублей. Допустим, ноткоины я так и не выводил. В моменте 52 тысячи было в ноткоинах, но я не выводил. Кто тебе скажет, что они едят по-иному? Ты общаешься с людьми, которые по 100 тысяч зарабатывают? Сейчас 25 тысяч, по-моему. В 2 раза меньше. Я ноткоины не буду выводить. А зачем? Мне не нужны эти ноткоины. Будет там сумма квартиры? Когда на квартиру, на машину будет хватать, тогда выведу. Ну так там, копейки. 50 тысяч это тоже копейки. Хотя бы лям будет, тогда выведу. А, вырос, сейчас посмотрю. Много ли я фармил? 26 тысяч ноткоинов. Ну, я сейчас тоже закидываю в перерыве. Сейчас посмотрю, сколько у меня в ноткоинах. 34 тысячи. Ладно, погнали. Ничего не дает. Приложение не работает. Когда-то работало поначалу. Между заказами. Здорово. Да, крутим, мутим. Ну, понятно, что больше. Ну, я, правда, экономлю. Ну, как экономлю? Вкусвилл сложно назвать экономным. Я сегодня рублей 300 уже на вкусвилл потратил, если не больше. Да и вообще похеру. Чисто с кайфом похавал вкусняшек. Да и все.